Сделать Иркутск больше намерены в городской думе. Депутаты выступили с предложением сформировать один городской округ, в который войдут сразу 5 муниципалитетов. И эта идея уже вызвала резонанс среди специалистов и местных жителей. Как изменится наша жизнь в случае такого объединения и поможет ли это решить нынешние проблемы? Ответ на эти вопросы попытался найти Даниил Седов. С каждым годом в Иркутске днем все сложнее найти свободное парковочное место. Ну а пробки в часы пик становятся только длиннее. Все это происходит в том числе и из-за так называемой маятниковой миграции. Для тех, кто не знает, маятниковая миграция – это такое явление, когда человек работает в городе, а живет за его пределами. Таким образом, каждое утро в областную столицу приезжает более 90 тысяч человек. И большая часть из этих 90 тысяч человек в основном приезжают на своих личных авто. Вдобавок больше становится и общественного транспорта. Только вдумайтесь, в Иркутске действует 77 маршрутов. И еще 175 проходят через улицы областной столицы, курсируя между другими районами. В том числе и поэтому в Думе регионального центра предложили из 4 муниципалитетов сделать один Иркутский городской округ. Объединить депутаты предлагают в один городской округ Ушаковская, Марковская, Мамоновская муниципалитет. Образование, а также поселок Молодежный. Но далеко не все уверены в правильности этого решения. Объединение само по себе не поможет решить транспортную проблему. Нужно менять сам подход. Что с того, что Марково, Березово и Мамоны начнут подчиняться Иркутской мэрии, если у мэрии нет ни идей, ни плана, ни средств, ни желания как-то улучшить транспортную ситуацию? Главная причина таких решений – быстрый рост и развитие этих территорий. В том числе из-за этого дорожная ситуация в самом Иркутске обостряется все сильнее. Дошло до того, что границы между Иркутском и поселками фактически стерлись. Вдобавок, все ресурсы муниципалитеты получают из городских резервов. А если объединение состоится, процедура распределения станет проще. Да и вообще, для города это выгодно. Однако всегда есть какое-нибудь «но». Чем крупнее город, тем он более заметен на карте страны. Могут быть определенные риски. Говорим с точки зрения именно денег. Ну, к примеру, мы знаем все то, что, допустим, в поселковой области или в каких-то деревнях всегда люди платят за какие-то вещи дешевле и платят меньше. Ну, для примера, полисы ОСАГО, как вариант, всегда там намного дешевле, чем, допустим, в городе. Либо, допустим, утилизация и вывоз твердых бытовых отходов. В том числе и поэтому главы и депутаты всех 4 муниципальных образований уже выступили против объединения. Ведь сейчас местные жители платят за воду, электричество, вывоз твердых бытовых отходов по льготным тарифам. И лишаться такой привилегии никто не хочет. Однако инициатор создания городского округа, депутат Александр Квасов, убежден, что цифры в платежках расти не будут. Тем более есть пример подобных слияний в Прибайкалье. Жители Ангарского городского округа, где жители поселка там Саватеевка или поселка Одинск, у них льготы остались, потому что льготы даются по статусу населенного пункта. Если у вас поселок, у вас льготы остаются сельские. Сельский тариф у вас остается. И все, что в случае объединения изменится, это муниципалитет, в который будет входить населенный пункт. Тогда как Иркутск станет центром большой агломерации, в которой будут проживать более 700 тысяч человек. Но очевидно, что самостоятельно принимать подобные решения неправильно. И лучше для начала спросить мнение непосредственно жителей и отталкиваться от их пожеланий и предложений. Даниил Седов, Андрей Назаров, новости по будням.